операция жасалды сынған жерлерін. Ал қазір есін бәрі білмейді. Қасында қайтыс болған құрбыларын білмейді. Подругаларын қайтыс болғанын білмейді. Шолпан неге звондамады? Ол звондау керек еді. А врачтар айтып отыр, әлі 5-6 ай уақыт керек. Емделу керек басына. Мен кешіретін құдай емеспін. Заң бар, өз орнымен. Сіздер кінәлі емессіздер. Кінәлі адам сотта жауап береді. 29 декабря 2018 года Кар, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял технически исправным автомобилем марки Mercedes-Benz G55, следовал по проспекту Абая в западном направлении. На пересечении с проспектом Сейфуллина, игнорируя требования пункта 10.1 и двигаясь с превышением установленного скоростного режима 60 км в час, обеспечивая ему возможность постоянного контроля, выехал на запрещающий красный сигнал светофора на перекрестке, где совершил по неосторожности столкновение с автомобилем марки Mitsubishi Galant. Далее автомобиль марки Mercedes-Benz под управлением водителя кар по инерции от первичного столкновения, продвинувшись в юго-западном направлении, допустил наезд на металлическое разделительное ограждение проезжей части дороги, а автомобиль марки Mitsubishi Galant, двигаясь также по инерции от первичного столкновения, допускает наезд на опору светофорного столба, после чего опрокинулась на левый бок. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель автомобиля марки Mitsubishi Galant Бахтыгнур 85 года рождения, а также пассажир данного автомобиля Хамитова Динара Канатовна 78 года рождения. Пассажир Гадурмулинова Шолпан Архимжанова 73 года рождения скончалась в предоставлении ГСМП города Алматы. Пассажир Сатыбалдиева Айзадат Анадар Казы с различными травмами госпитализирована. Таким образом, подсудимый Кар обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусловленного статьей 345 часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть в том, что он, управляя автомобилем, нарушил требования правил дорожного движения Республики Казахстан, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть трех лиц. Умышленно продолжая свою преступную деятельность, после дорожно-транспортного происшествия водитель КАР, нарушение требований пункта 2.1.8 правил дорожного движения, возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи или отправления пострадавших в лечебное учреждение не принял, а случившимся в органы внутренних дел не сообщил и скрылся с места совершения преступления. У них был корпоратив компании. Все пили, кроме него, да? Не употребляют спиртное, я знаю. И в Грантопере вы тоже не видели? В Грантопере, я знаю точно, что он не пил в Грантопере. Права ясны?